Ленинском районе задержан закладчик со 150 граммами параметилэфедрона. Это 21-летний житель Минска. В лес он приехал на такси за партией дурмана для дальнейшей фасовки и закладки разовых доз. В столице юноша снимал квартиру, где был обнаружен целый арсенал закладчика. Зиплок, пакеты, изолента и весы, а также остатки упаковки от предыдущей партии наркотика, которую парень уже успел разложить по тайникам. В столицу молодой человек, по его словам, приехал в декабре для работы закладчиком. Жил на съемной квартире. Там же фасовал на разовые дозы приобретенные оптовые партии наркотика. Закладки делал в Минске и Минском районе. К месту, где осуществлял закладки, чтобы исключить вероятность случайного контакта с милицией, добирался на такси. Однако, как оказалось, эти предосторожности закладчику не сильно помогли. Он смог проработать только 2 месяца. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Полный цикл производства. Столичные правоохранители обнаружили в гараже нарколабораторию. Плантацию в боксе создал 37-летний минчанин. Стоит отметить, гараж арендованный. Помещение ботаник оборудовал для выращивания качественного урожая. И, судя по всему, фигуранту удалось добиться желаемого результата, хотя не в больших объемах. Оперативники обнаружили и изъяли более 2 граммов марихуаны, 8 горшков растений конопли, осветительные лампы, 4 вентилятора, термометр, 2 измерителя кислот, 4 бутылки с удобрениями. Мужчина пояснил, что запрещенное растение выращивал для личного потребления. В настоящее время сотрудниками Московского РУВД города Минска проводится проверочное мероприятие, направленное на установление причастности задержанного к сбыту наркосодержащих растений, а также установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Материалы проверки переданы в Октябрьский РОСК города Минска Республики Беларусь, где действиям мужчины дана правовая оценка.